Итак, ребята, это ограбление банка. Мы идем грабить банк. Вы с нами? Ну, я думаю, вы с нами, поэтому идем грабить банк. Совет, в городе живут 9 тысяч, как при жизни хорошую, хорошо оплачиваемую работу. Да. Приятно, что, кстати, возвращаться к ним, как я понимаю, не нужно. Или, не знаю, может, в случае с рукой нужно, а в других, по-моему, нет. Проспект Барона Север. Идите ко входу в банк. Идем. Подождите. А что не так, собственно говоря? Мне казалось, я уже принял задание. Ну, давайте примем дважды. Наконец-то вроде идет. Идите ко входу в... Что ж такое? Почему я не могу... Ладно, в любом случае, мы, значит, мы не идем грабить банк, к сожалению. Мы идем возвращать механическую руку Эктору. Надеюсь, это не мрак. Просто посмотрим, что там. Так, к сожалению, почему-то банк не работает. Все обелиски стоят по всему городу. То, собственно говоря, давайте пойдем на основное задание. Так, дополнительных не осталось, да и, в принципе, не особо они интересны. Лучше давайте не будем их выполнять, потому что, по сути, я не умираю от того, что не выполняю эти доп. Задания. Приятно, быстрая загрузка, вот очень приятно. Вот, ребят, что для вас важнее, графика или сюжет? Вот, не говорите вместе, а мне интересно, вот именно важнее, вот если бы был выбор именно графика или сюжет. Мне важнее сюжет, на самом деле, смысл происходящего. Ну и геймплей мне важен, а графика, не знаю, как-то меня это мало волнует, потому что я знаю, есть люди, которые в старые игры не могут играть, к примеру, из-за графики, то есть то, что там графика. Ну, привыкли они к новой графике такой же, реалистичной, более-менее. Готово. Вот рука твоего друга. Я не знаю, меня устраивает любая. Вот твоя плата, мастер вор. Я, к примеру, ты играл в заслужил? Да. Я хочу заняться металлическим человеком. Зайди потом, ладно? Может, мы соберем полностью металлического человека, я буду рад. Круто. Ну, наверное, это я предполагаю, что мы полностью его соберем. Так вот, я играл в Metal Gear Solid, первый самый, там, в пикселях все, и нормально, нет, меня устраивало. Нет, я понимаю, не настаиваю, что все должны играть вот такие игры. Я понимаю, что не всем это нравится, не всем привычно это. Но просто называть такие игры говном, это, не знаю, недостаток культуры. Мне еще не нравится, когда люди все, что им не нравится, называют говном. Это просто неправильно. Просто называть, это игра говно, почему? А мне она не нравится. Ну и что, что тебе она не нравится? А то, что всем другим она нравится, это... Это ни о чем не говорит. Вот мне не нравится такой вот эгоизм. Неправильно. Меня моя девушка даже обвиняет, потому что я моралист постоянно. Вот я, мораль, что правильно, а что неправильно. Ну, знаете, если у вас не будет морали, то что от нас останется? С тем же успехом мы можем считаться животными. Мораль-то важна, особенно в современном обществе, которое медленно, но разлагается. И нет, я не беру на себя миссию, как мне тот говорит. Что, типа, бесполезно брать на себя миссию, спасить. Я не беру на себя эту миссию. И не собираюсь. Просто я говорю то, что думаю, по сути. Убежали, ребята. Кто-нибудь услышит нашу молитву? Кто-нибудь скажет, что нам... Я бы еще знал, куда бежать. Соседний переулок. Не дождешься.
Отлично отвлекает внимание, крайне рад. Эй, ты! На колени! Я? А что я сделал? Заткнись, болван! Только обнаглевшая озаренная отвечает страже. Ты же не один из них, а? Нет, сэр, я верноподданный. Всегда любил барона. Чем это запахло? Ты что? Обоссался, да? Умоляю, я же ничего не сделал. Надо ждать, пока он пройдет. Мне придурок. Проваливай отсюда, пока не закрыли за тунеядство. В порту как вымерло. Ни единого судна с начала блокады. Даже ярмарку отменили. Жаль. Капитан Дархем говорил, что надо поучаствовать. Щегол Дархем гниет в мешке. Говорят, дом цветов находится под каналом Чесачек. Занял его место. Наконец-то прошел. Под этим каналом только кости идиотов вроде тебя. Свечи, это лишнее. Так и знал, ребята. Тут всегда в таких проходах что-то есть. Так, так, сложнее. Немножко напоминает Skyrim, на самом деле, по взлому. Все никак. А вот, вот, почти. Проскакивая. Так, так, налево. О! Захватили. О, как попал хорошо. Все, давай. Молодец, ну там должно быть что-то ценное. Хм. Ну да. Так и есть. Читаем эти «замести и разнести». По-моему, там так написано. «Заманить и развести». А, монументы всякие показаны. Видимо, сказать, только таблички можно снять. Лишь тот стражник не подошел. Это будет очень плохо. И даже если подойдет, пусть не увидит. Блин, так. Чё-то проскочи. Вот! Давай. О! Получилось. Давай, давай! Вот он. Молодец. Так. Что-то проскакивай. Не, почти. Да блин! О! Наконец-то. Я похлопаю, когда сейчас открою. Сундук. Браво! Получилось. И сундуки становятся тяжелее. На самом деле. Да блин, я часы хотел... Что? Часы хотел подобрать. Так, мне надо изучить карту. Цели. Так, все понятно. Нам нужно пробраться вон. Так. Так, мне... Идем. Пора. Южный квартал. Да, то, что нужно. То, это то, куда я хочу попасть. Я хочу попасть в Южный квартал. Меня удивило сообщение, если у тебя есть такие игры, удаляй. Там КТ с глазами. Я просто удивился. Эрин жила на старой мельнице в Риверсайде. Надо осмотреть ее. Все решим.
Так. Неплохо. Да, проходов тут много. Все, что могу сказать. Спланировать какой-то маршрут конкретный пока я не могу. Слишком уж много всяких раздвоений и всего остального. Мне не нравится, как простолюдины на нас реагируют. Ты стал таким добрым. И все добрым? Равно ты заплатишь! Эй, ты чего делаешь? Мертвые по счетам не платят. Успокойся. Он бы и так не заплатил. Я только не хотел, чтобы он окочурился, прежде чем я ему еще разок наваляю. Может, тут поднимемся? Логово угриедов. Не знаю, они будут пытаться убить, зарезать или еще какие-нибудь нелегальные мероприятия со мной провести. Шея затекла. Как же приятно, сундук открылся практически без моей помощи. Блин, почему практически вообще без моей помощи? Сейф, сейф это хорошо. О, какой простой. Как нефиг делать. Ну там, наверное, хранят, я не знаю, что. Угрей каких-нибудь. Сейчас так все просто открыть. О, кошелек. А, ну да, 15 монет, что вы хотели. В таком простом сейфе ведь не будут хранить ничего ценного. А можно зажечь огонь обратно? Нет. Почему ботинки такие тесные? Потому что барон не хочет инвестировать в комфортную униформу. Знаете, в Скайриме я себя примерно так же чувствовал. Я мог ведь в Скайриме тоже можно так подходить, просто все подбирать. Мне кажется, это мечта любого вора. Те, кто в Скайриме не наворовались... каким-либо причинам наворуются тут. Правда, я им не сказал, что мы становимся намного богаче, а воруем в домах. Черт. Пройдем вот тут. Что-то меня там видел. Не буду все-таки шуметь, мало ли что. Так, мирный житель не пугает, я очень рад. Опять же, если они боятся за свою жизнь. Так. Извиняюсь, просто задумался на секунду. Поэтому там немножко подергался и в итоге потом пошел вперед. Могли бы сделать, чтобы, не знаю, что можно просто проходить в окна и не нужно было избивать Enter. Потому что трудно, потому что просто надоедает. Так, ров чесальщиков. Так, прямо и направо. У меня карта задом наперед сложнее думать.
нет места. Теперь есть. Странно, берешь такой рукой в руку мак и... Есть мак. И радуешься. Блин, и тупик. Ну что, мы все пробираемся. Мельница Эрин, наконец-то, или Эрин. Это правильно. Найдите в убежище Эрин. Войдем. И выйдем. Что-то мы войдем через низ. Проваливается. Учитывая, что внизу ничего нет. В чем же проблема? Может быть, оно, не знаю, наверху? Вход в ее убежище. Бы и нет, он может быть наверху. Нет, его запрыгнуть тоже возможности нет. То, что случается, когда ты прыгаешь под мельницу. А! Переключатель вот. Почти невидимый. Да. Надо смотреть внимательно. Эрин как-то сказала, что поставила ловушки против незваных гостей. Надо смотреть под ноги. Я вот что. Вот, например. Проскочить. Может, было всего лишь не нажимать на блок. Я думаю, это там нет веревочек еще. Я понимаю. Все безопасно. Все, спустились. Что это за место? Укради ключ от истины. Той, что осталась дома до того, как я стала Эрин. Но ты должен найти его сам. Таковы правила. Ищу. Ищи. Я скажу, когда ты будешь близко. Чем дальше. Теперь холодно. Понимаю, нужно идти туда, на свет. Наверх. Иди за мной, к истине. Еще холоднее. Ты близко? Нет, не трогай меня! Как вообще не совпадаю с текстом. Я скажу, когда ты будешь. Наверное, баг. Что бывает? Тут явно не пройти. Это
Ты близко? Чуть дальше. Это я, вроде бы. Слишком важно, чтобы мне дали умереть. Знают ли они, как это больно? Мне кажется, Эрин хотела, чтобы я что-то нашел. Я не могу уйти отсюда просто так. Так, мне кажется, нужно использовать мое особое зрение. Точно, глаз. Что это? И зачем это было, Эрин? Ходите из убежища. Выходим. Южный квартал, да. Раз тут заняться больше нечем, выходим и идем. Идем. Я не знаю, куда мы сейчас идем, ребята. Абсолютно без понятия. Дом цветов ждет. Он отмечен красными фонарями. По ним я и найду вход в бордель. Идти дом цветов найдем. Ой-ой! Он попался. Я бежал туда. Вход в дом цветов где-то рядом. Я жду. 10 минут, не больше. Цветов, лорд. А ты, наверное, уже не лорд, да? Конца жизни. Ищи дешевую девку, которая обслужит тебя в переулке. Все рады. Все рады. Действовать вот так, ребята. Мост нельзя пустить. Бегаем. Все, грязные тайны, глава третья, да, хочу начать. Я вырвал кольцо, которое хотел Басса, испатил самого ловца воров из щеки барона, но я не получил ответов. Сначала Басса заявил, что меня не было целый год, а королева нищих сказала, что я спал с тех пор, как ее попрошайки меня нашли. Почему я ничего не помню? Может, у меня мрак, о котором все твердят? Возможно, кто тебя знает? Грязные тайны, ребята. Вы тут впервые, сэр? Я иду в дом цветов. Если вы, головорезы, что-то задумали? Мадам Сяо, Сяо ждет вас, сэр. Я вас провожу. Следуйте за мной. Расфуфыренного петуха привели в курятник.
Я поиграю в лесу. Что-то мерещится. Даже попинать некого. Вот так печаль. Я заболел. Точно знаю. Что случилось с этим местом? Ты там слышишь? Может и есть, а может и нет. Если есть, то кто? Покажись. Так, мини-карта. Проход один. У меня и без этого полно дел. Успокойся. Просто успокойся. Сейчас нужно отвлечь на другую сторону. Был на трубы. Че? Снимать болты. Мне нужно подсидеть целых 3 кошелька. Защита от любопытных глаз дорого стоит. Что дорого, это точно. Плохие времена. Конечно, весь в коже, но за танцовщицу кабаре меня, скорее всего, не примут. Надо прокрасться внутрь. Ух, как тяжко. Я бы не заметил вначале из-за темноты. Использует фокус, но я не подумал, у меня все-таки без фокуса предпочитаю действовать. Просканируем местность. Все нормально. Поверху лезть неохота. А в дверь пройти очень хорошо. Погода меняется. О. Можно начать с покоев, мадам. Заодно набью карман, если я там никому не помешу. Спать хочу. Кажется, я узнал своего кузена. В маске ему гораздо лучше. Ой, как жестоко. Расскажите про вашего кузена. Аккуратно, потому что если поймают, будет фигово. Впервые, сэр. Чудесно. Что? Откуда ты знаешь? Я же в маске. Я смотрю не на ваше лицо, сэр. Пробуем тут.
шкафчик. Сохранение. Я помню, даже в комментариях кто-то жаловался, что нет сохранения. Вот же оно, ребята, вот же оно. На всякий случай. Целая куча опиума. Загрузить им насос. И всем сладких снов. За баком скрыт механизм. Он контролирует заслонки. Мадам говорит всегда заглядывать под маски. Но они такие параноики. Хорошо, когда они засыпают, не закончив. Так их легче нарисовать, это точно. Тут одни тайны. Даже у меня есть пара секретов. Я уже 5 недель не видела лорда Ван Бердена. Все нормально. К богачам мрак не пристает. Меня беспокоит его сердце. Каждый раз, когда он видит меня раздетой, мне кажется, что он отбросит концы. Это же круто. Нет, то, что отбросит концы, нет. В общем-то. Представляете, что же там внутри? Ты не видела герцога Торберна? Наверное, это и мадам есть. Мадам платит премию за добавки. Все. Так я бы его досуха выдоила. У него еще сестра в сокровищнице. Если ты выдаешь что-нибудь из Торберна, придется стирать простыню. Но здесь его занудный дружок Горацио, как там его? А, нужно как-то все-таки в этот аппарат опиум загрузить. Это уже третий, кто хотел, чтобы я играла дешевую шлюшку. О, бедолаги. Дома в грязные игры не поиграешь, а по-настоящему на улице они боятся. Ненавижу обслуживать лорда Роберта. Там просто не с чем работать. Ах ты, бедняжка. Я слышала это, как гладить черепаху. Я это запомню. Да, к сожалению, мы не сможем это сделать. Да, наверное, надо было вначале сходить и новые инструменты купить. Надо в любом случае. Горячего кофе. Не нравится мне это. Что? Кто это сделал? Я кого-то видела! Стража! На помощь! Черт, так увидел. Нет, вы никого не видели. Никого тут не было никогда. Вам всем почудилось. Тут абсолютно никого нет. А продолжим в следующей серии. Так, подписка, лайк и все остальное.